И сейчас я хочу передать слово Шарлотте Ворман, которая сейчас будет выступать на нашем вебинаре. Очень важно учитывать такой вопрос, как подбор железа. Шарлотта, слово предоставляется вам. К сожалению, спикера не слышно. Большое спасибо за то, что пригласили меня принять участие в этом мероприятии. Для меня большая честь выступать сегодня здесь перед вами. Надеюсь, что мне удастся поделиться с вами важной информацией. Сегодня мы будем говорить о грызлах. Скорее, о грызлах, а не об удилах в целом. Это действительно очень широкая область, и здесь легко запутаться. Достаточно часто возникает непонимание, очень много всего неизвестного. Нужно очень о многом догадываться. И когда мы говорим о выборе удил, я часто слышу вопросы. Их так много. Что выбрать? С ромбовидной деталью, прямой, с одним сочленением, с двумя сочленениями, со свободным кольцом или с фиксированными усиками. Как выбрать? Какой материал выбрать? Как понять, что нравится лошади? Что подходит для соревнований? С чего начать? То есть я вижу, что действительно есть наездники, которые нервничают, которые только начинают свою карьеру. Есть и опытные наездники, которые уже участвуют в соревнованиях. Есть и люди, которые находятся где-то между этими двумя категориями. И многие из них спрашивают, как правильно выбрать грызло. И сейчас мы окружены информацией. И мы можем постараться понять, что нравится лошади. Возможно, на бумаге все выглядит идеально. Однако лошади это грызло не понравится. Таким образом, сейчас мы можем обратиться к специалистам за консультацией. Сейчас уже есть такие компании. Сейчас у нас есть знания. И это действительно здорово. Большое количество компаний, ученых, ветеринаров, специалистов, которые могут собрать всю эту информацию и поделиться ей. То есть теперь у нас есть и наука, и знания. И также у нас есть прекрасные преподаватели. И я всегда говорю о том, что обучение играет самую главную роль. Сейчас мы стали более открытыми. И я хочу сказать, что нет какого-то идеального рецепта для выбора удила. Достаточно часто изначально мы стараемся понять, какой материал больше нравится вашей лошади. Давайте рассмотрим самый обычный материал, который используется для грызел. Воднокатанная сталь, так называемое сладкое железо. Со временем появится коррозия. То есть, когда вы видите такое грызло в магазине, как правило, они выглядят очень красиво. Однако потом появляется коррозия. И эта коррозия приводит к тому, что лошадь чувствует сладкий вкус, вырабатывается слюна. То есть это достаточно приятное грызло для лошади. Нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь – это самый распространенный материал для грызел. Дешевый материал, просто в использовании. И такой материал просто вечен. На самом деле, я думаю, что у всех нас есть грызла, которым уже по 20 лет, и которые все еще можно использовать. И здесь не будет окрашивания, не будет коррозии. Чистый материал. Его очень просто промыть, не нужно его полировать. Просто нужно промыть его. А вкус нейтрален для лошади. Полимеры и резина. Здесь также очень большой ассортимент грызел. И это мягкий материал, но крепкий. Высокая эластичность. Очень хорошо подходит для молодых лошадей, для лошадей с чувствительным ртом. И существует большое количество различных моделей, различных синтетических материалов.
Вот, надеюсь, сейчас вам видно. Вы смотрите, в прошлом использовались вот такие грызла. Я думаю, что, в принципе, у многих из нас есть подобные грызла. Достаточно жесткое, долговечное. Вот мы использовали в прошлом. Сейчас есть современные полимеры. И есть грызла, которые очень гибкие. Они хорошо подходят для молодых лошадей, для лошадей с чувствительными ртами. И вот, посмотрите, существуют различные формы. Здесь также видно. Можем предложить различные формы таких грызел. И когда мы говорим о пластике, что нужно помнить? Нужно помнить о том, что такие грызла нужно обязательно мыть. И, возможно, сейчас вам не очень хорошо видно, но вот здесь, например, на кончике вы видите вот такую небольшую деталь, из-за которой грызло становится более острым. И с таким грызлом, конечно же, нужен уход. И в случае износа материала он может стать острым, тогда его придется выбросить. Дальше. Селокс. Селокс — это зарегистрированная торговая марка. Это сплав. Это удило New Shoe. Очень высокая термопередача. Нейтральный вкус. Мягкий материал. И этот материал принимает температуру тела практически сразу же. То есть также очень материальный, очень популярный материал. Кожа. Как правило, кожа нашивается на нейлоновый стержень. Приводит к снижению дискомфорта. Не очень распространенный материал, однако есть производители, которые такую продукцию выпускают. Может быть, он был популярен примерно 10-15 лет назад. Ну, здесь, тем не менее, также вырабатывается слюна. Из-за этого кожа становится более мягкой. Но для того, чтобы такое грызло было мягким и чистым, необходимо за ним специально ухаживать. Благодаря выработке слюны, такое грызло подходит для лошадей с чувствительным ртом. То есть в случае, если у лошади очень чувствительное управление, такое грызло ей подойдет. Титан. Титан – очень прочный материал. Он не токсичен, гипоаллергенен, нейтрален на вкус, теплый. И недавно он стал намного более популярен. То есть на рынке в разных странах мы видим, что все чаще продаются удилы из титана. Дальше, пожалуйста. Таким образом, мы рассмотрели материалы, из которых можно производить удила. И сегодня мы будем разговаривать о самых популярных удилах. Удил очень много. Но мы можем распределить их на определенные категории. Есть удила без сочленения с надъязычной дугой. Есть цельные удила, в том числе гибкие. Удила с двумя сочленениями. Французская восьмерка с одним сочленением, turtle top, как панцирь черепахи, пластины для языка, пластины для выездки, с двумя сочленениями, с одним сочленением, с надъязычной дугой, доктор Бристол, с вращающейся средней деталью, средним грызлом, с надъязычной дугой, с двумя соединениями из пластика, прямые, happy mouth, hippos, seed, 1100. На самом деле, сейчас такие грызлы уже не так популярны. Magennis, Waterfowl, Cherry Roller. То есть теперь мы видим, что существует большое количество различных типов удил. Но что мы должны помнить? Мы должны помнить о том, что грызлы — это еще не все удила. В большинстве случаев грызла можно использовать с различными усиками, с различным контролем. Ну вот, например,
У меня есть удила с одним сочленением. Посмотрите, свободное кольцо. Вот такое грызло можно использовать со свободным кольцом. Можно его использовать и с фиксированными усиками. То есть мы должны помнить о том, что когда мы рассматриваем тот уровень контроля, который подходит для вашей лошади, если вашей лошади удобно с этим грызлом, затем можно выбрать удилы с тем уровнем контроля, который нужен вам. Также есть определенные правила, когда мы говорим о Федерации конного спорта и соревнованиях, и здесь очень важно учитывать, что подходит для вашей дисциплины в вашей стране, что будет соответствовать правилам. Дальше. Итак, сначала хотела бы рассказать о триндзеле с двумя сочленениями, с ромбовидной деталью в центре. Самое распространенное удило. Очень гладкие детали. И здесь он может сгибаться под различными углами. Вот есть ось, через которую проходит кольцо. И эта ось может меняться, когда вы прикладываете давление. Благодаря центральной детали не оказывается сильное давление на язык. Язык не зажимается. В основном это грызло находится в пространстве между зубами и на губах. Как распределяется давление? Посмотрите. Давление распределяется вот сюда, на этот ромбик в центре или на оливку. И давление распределяется до внешней части удила. Необходимо, чтобы этот ромбик был в середине рта. Если он слишком большой, то он будет перемещаться с одной стороны на другую, и тогда он будет нестабилен во рту. Он будет протягиваться через рот, и поэтому рот может травмироваться. Этот ромбик снижает эффект щипцов для орехов и убирает давление с языка. В 1984 году была изобретена такая деталь, такой ромбик. И когда мы говорим об удилах, это очень современный дизайн. Дальше. Удилы с одним сочленением. Здесь мы видим прямые грызла, две прямые детали и одно сочленение между ними. И здесь может быть разная строгость. Чем более прямой является деталь, чем больше будет эффект щипцов для орехов. Сейчас появились более эргономичные дизайны. И чем более закругленной является конструкция, тем более комфортно будет чувствовать себя лошадь, и язык не будет сжат. Грызло с одним сочленением. Здесь может быть большое количество различных форм. То есть есть и строгие, и не строгие. Конечно, самыми строгими являются перекрученные грызла. И когда мы говорим о соревнованиях, они используются редко, подобные грызла. Но в случае, если вы используете перекрученные грызла, необходимо, чтобы вы были очень опытным наездником. То есть если вы начинающий наездник, лучше избегать таких грызел, поскольку данное грызло может оказывать очень серьезное давление. Поэтому к нему нужно подходить с осторожностью. То есть, когда вы выбираете триндзель, вы должны понимать, с какой целью вы хотите его использовать, какого эффекта вы хотите достичь. И вы знаете, есть такой миф, согласно которому, если у триндзеля есть одно сочленение, то это сочленение будет впиваться в нёбо. Однако это на самом деле миф, поскольку когда вы прилагаете давление на кольца, то это грызло натягивается назад. Но оно натягивается назад и сжимает рот. И не происходит давление на нёбо. В случае, конечно, если вы правильно оказываете давление. И для некоторых лошадей триндзель с одним сочленением является очень жестким, и для них давление слишком большое. И, возможно, поэтому некоторые лошади запрокидывают голову.
То есть это достаточно популярный трендель, но мы сейчас постепенно перестаем использовать подобные трендели. Однако для некоторых лошадей они все же подходят. Дальше, пожалуйста. Есть и цельные трендели с надъязычной дугой. И благодаря такому трендюлю давление распределяется очень ровно, очень равномерно. Однако в этом случае мы видим, что больше давления оказывается на межзубное пространство и на боковые части языка. Существуют различные размеры этой надъязычной дуги. То есть она может быть высокой, низкой, средней. И вы должны вначале ознакомиться с правилами соревнований. Можно ли использовать такой трендель, поскольку есть правила в отношении высоты надъязычной дуги, которую можно использовать. Такие трендели нельзя использовать как бродон. Как правило, они производятся из сладкого железа или из полисинтетических материалов. Вот здесь, например, у меня есть несколько. Вот, может быть, видно два различных удила. Здесь вы видите разную высоту надъязычной дуги. Посмотрите, здесь, например, более высокая, более угловатая, здесь более гладкая. Они достаточно прочные. И лошадь их, как правило, не захватывает. В плане ротации мы видим, что иногда они надавливают на заднюю часть языка, и некоторым лошадям это подходит. Дальше. Теперь давайте перейдем к тренделю Waterford. Waterford. Здесь также есть различные конструкции, различные стили. Выглядит как цепочка с шариками. Ну, дизайн может различаться. Давление на рот оказывается очень равномерным, поскольку эта цепочка принимает форму рта. И давление распределяется очень равномерно, давление на язык. Благодаря тому, что давление равномерное, что эта цепочка принимает форму языка, можно использовать для лошадей с низким нёбом, с большим языком. И я всегда говорю своим покупателям, не бойтесь использовать такой трендель, несмотря на то, что это строгий трендель. Но, вы знаете, мы, как правило, используем такой трендель в случае, если лошадь плохо поддается контролю. Все-таки это может быть и достаточно мягким тренделем, поскольку если ваша лошадь не сопротивляется, поддается контролю, то наезднику удастся достичь более хорошего баланса благодаря использованию такого тренделя, поэтому не бойтесь рассматривать трендель Waterford. Но необходимо правильно его выбрать, поскольку бывает так, что цепочка большая, с нержавеющей стали, тогда она будет неудобной. Шарики эти будут неудобными. Поэтому, когда мы говорим о трендели Waterford, постарайтесь найти такой трендель, которого будет... Посмотрите, вот здесь, например. Вы видите, здесь специальное пространство для губ лошади. Вот здесь они должны располагаться. То есть не покупайте Waterford в случае, если нет такого пространства для губ, потому что иначе губы будут защемляться. Существуют различные материалы, сладкое железо, нержавеющая сталь, селекс, сплавы меди. Дальше, пожалуйста. Так, сейчас хочу рассказать о тренделях с низкой надъязычной дугой. Ну, в принципе, с надъязычной дугой. Здесь есть различные производители таких удил. Они очень популярны. Как правило, они находятся достаточно высоко во рту и оказывают давление на глубокую часть языка. Однако, больше давления распределяется на язык, на среднюю часть языка. И благодаря этому давлению язык расслабляется.
И лошадь, на самом деле, благодаря этому не испытывает какого-то напряжения на языке, то есть язык не сдавливается. И для молодых лошадей такой трензель подходит. И благодаря этому закруглению не возникает эффекта щипцов для орехов. Лошадь чувствует себя достаточно комфортно. И также благодаря использованию сплавов меди вырабатывается больше слюны. Наездники, тренеры также должны всегда ознакомиться с правилами для соревнований, можно ли использовать подобные трензели. То есть сказано, что есть определенный размер для таких надъязычных дуг. То есть, например, если я выберу вот такое удило, вот здесь мы видим, что здесь есть определенная толщина. И если размер будет отличаться, то его нельзя будет использовать для соревнований. То есть в каждой стране есть свои правила, и поэтому нужно подходить к этому вопросу с вниманием, когда мы говорим о соревнованиях. Также посмотрите на глубину этой надъязычной дуги. Необходимо ее учитывать. Дальше. Французская восьмерка. Французская восьмерка. Здесь было достаточно много дискуссий, посвященных этому типу трензеля. Когда появился такой трензель, изначально это была усовершенствованная версия доктора Бристола. Сейчас мы знаем, что эта пластинка поворачивается во рту, что эта центральная деталь уже не лежит плоско во рту. Она поворачивается. И в этом случае оказывается давление на язык, очень высокое давление. Из-за этого лошадь может почувствовать дискомфорт и даже может повредиться межзубное пространство. То есть сейчас это достаточно старомодное дело. И все еще рассматривается вопрос возможности его использовать, законности его использования. И когда я готовила эту презентацию, я прочитала, что в прошлом году данный трензель был запрещен для использования в соревнованиях. Однако во время пандемии формулировка была изменена. Я думаю, что сейчас его вновь можно использовать, но достаточно многие ассоциации запретили такой трензель к использованию. То есть, если вы принимаете участие в соревнованиях и вы хотите использовать такую французскую восьмерку, пожалуйста, проверьте правила соревнования. Можно ли ее использовать? Дальше, пожалуйста. Существуют прямые грызла, гибкие прямые грызла и цельные грызла. Цельные грызла. Здесь также необходимо подходить к этому вопросу с осторожностью, поскольку лошадь может их сжевывать. Существует большое количество форм, размеров, и опять же необходимо рассматривать возможность использования такого грызла для соревнований, потому что, вот, например, вот это, которое я сейчас держу в руках, Happy Mouth, это не подходит для выездки, поскольку большое давление оказывается вот в этой центральной области, поэтому опять же необходимо ознакомиться с правилами соревнований. Хороший бренд таких удил. На самом деле брендов очень много на рынке. И материалы могут быть резина, синтетические материалы. Такие трензели очень хорошо подходят для молодых лошадей, которых только начинают объезжать. Я думаю, что для молодой лошади это подойдет очень хорошо. И в хороших трензелях в центре находится проволока для безопасности, в случае, если лошадь будет жевать его. То есть вы должны помнить о том, что когда вы покупаете более качественный трензель, в центре будет проволока. И для цели безопасности это лучше. Здесь очень равномерно распределяется давление на межзубное пространство, на губы. И вот здесь, например, это цельное грызло. Посмотрите, здесь мы видим очень плавный изгиб.
и благодаря этому изгибу создается больше пространства для языка. Опять же, он находится достаточно высоко во рту, и лошадь, как правило, его не захватывает. Однако в некоторых случаях лошадь останавливается, когда используется такое крысло. Дальше, пожалуйста. Грыло с вращающейся средней частью. Существует большое количество различных конструкций, таких вращающихся частей, и строгость также может различаться, поэтому необходимо всегда знакомиться с правилами соревнований. Вот здесь, например, на фотографии вы видите два тренделя, которые подходят для выездки. В центре находятся вращающиеся диски. Они стимулируют язык. То есть лошадь концентрируется, и поэтому лучше отвечает на команды. То есть если вы хотите, чтобы лошадь прекратила озираться по сторонам и просто начала вас слушаться, то такой трендель как раз очень хорошо подойдет. И когда мы говорим о конструкции, они могут отличаться. То есть, может быть, восьмерка, может быть, и другая форма. И если вы покупаете такое крысло, а в центре которого находится восьмерка, помните о том, что эта восьмерка может травмировать рот лошади. И для некоторых лошадей такое крысло будет слишком строгим. Такое дело хорошо подходит для лошадей, которые не отвечают на команды, для того, чтобы они сконцентрировались. Но, опять же, необходимо рассмотреть эту центральную часть и подобрать то, что подходит для вашей лошади. Дальше. Turtle top, как панцирь черепахи. Я думаю, что это одно из самых распространенных грызл. Не распространенных, извините, самых современных грызл на рынке. Я думаю, что в течение последних 10 лет они появились, примерно 10 лет назад. И здесь действительно ученые постарались, учли анатомическую форму рта. Здесь мы видим стабильный контакт и плоскую часть внизу. Благодаря этому давление распространяется равномерно. И мы видим, что эта средняя часть имеет небольшое закругление. То есть действительно этот дизайн был разработан для того, чтобы лошади было удобно. Таким образом, когда вы его держите, когда вы вращаете его в руках, вы можете посмотреть, как он будет работать. Хорошо подходит для лошадей с коротким ртом, с мясистым ртом, с чувствительным ртом. Очень равномерное давление. Поэтому я думаю, что действительно это прекрасное удел, прекрасное изобретение современной науки. Дальше, пожалуйста. И в завершение я хотела бы рассказать об удилах для пони. Удилы маленького размера. Как правило, когда я говорю о пони, я говорю о разделе E или B. И у многих спортивных пони рот очень маленький. Когда мы выбираем грызло, очень важно учитывать размер и анатомическую форму рта пони. И мы видим на рынке, что ассортимент такой продукции очень небольшой. И часто приходится покупать удила маленького размера, однако в этом случае его габариты будут рассчитаны все-таки на более крупную лошадь. И поэтому здесь мы видим, что в случае, если щёчные ремни будут не подходить, грызло тоже не будет функционировать так, как нужно. Посмотрите вот здесь, например. Вот такое небольшое удило. Это универсальное удило для маленьких пони. То есть это удило было разработано специально для маленькой пони. Вот еще одно удило. Посмотрите, видим, что оно было разработано для лошади, для большой лошади. Мы видим разницу. То есть для маленькой пони такое кольцо уже не подойдет. И когда мы говорим о тренделях, вы знаете, существуют различные бренды на рынке, у которых можно приобрести подходящее удило для пони. Посмотрите, здесь мы видим очень гладкий материал. Все было специально разработано для маленькой пони. То есть, действительно, очень важно все это учитывать. Дальше, пожалуйста.
Сейчас мы переходим к следующей теме моего доклада. Типы ртов лошади. И что необходимо принять во внимание? Необходимо учитывать породу. Достаточно часто бывает так, что вы учитываете тип рта, но есть породы лошадей калимара, например, или чистокровная лошадь, калибариан. То есть здесь вы всегда должны учитывать, какой тип рта у таких лошадей. То есть очень важно всегда учитывать породу лошади, когда вы приобретаете удила. Все это очень важно для того, чтобы понять общую картину. Необходимо также учитывать возраст лошади. Опять же, это очень важно, когда мы выбираем удила. Возможно, когда лошадь более старшего возраста. Даже несмотря на то, что в течение 10 лет можно использовать одно и то же удило, когда лошадь становится старше, меняется форма зубов, меняется форма рта, вполне возможно, что лошади потребуются другие удила. Дисциплина. Опять же, необходимо учитывать, что вы делаете с лошадью. Состояние зубов. Это также очень важно. Это один из первых вопросов, который я всегда задаю. Состояние зубов. Анамнез. Это очень важно. Когда я выбираю удила, когда я провожу консультацию, я всегда говорю о том, необходимо, чтобы лошадь осмотрел ветеринар, проверил состояние зубов. Ну, может быть, в течение года до выбора удила, даже в течение 6 месяцев. Это действительно очень важно. Очень важно, чтобы лошадь регулярно направлялась на медосмотр к ветеринару. Внешнее воздействие. И опять же, я всегда подчеркиваю огромную важность учета того, что делает лошадь. Необходимо также учитывать сессии остеопатии, физиотерапии, подбор седла. Также необходимо учитывать способности наездника. Поэтому я хочу сказать, что не стоит давать какое-то очень продвинутое удило в случае, если человек только учится кататься на лошади. Были какие-либо травмы ротовой полости, какие-либо хирургические операции, потому что достаточно часто бывает так, что в лошади проводилась хирургическая операция из-за проблем с зубами, из-за травмы межзубного пространства, комиссуры или языка. То есть, опять же, это очень важный вопрос, который нужно учитывать. И есть ли какие-либо необычные чувствительные места или точки давления? И опять же, достаточно часто мы видим, что рот выглядит совершенно нормально. Однако вот здесь, например, бывает так, что у лошади удалялись волчьи зубы. В некоторых случаях в этих местах чувствительность будет выше. Действительно, очень чувствительная область. И в некоторых случаях мы видим, что там есть какие-то повреждения кожи, какие-то места трения, места раздражения. Необходимо также учитывать физические травмы. В случае, если в прошлом лошади были такие травмы. Если, например, в прошлом лошадь хромала. Уровень подготовки также очень важен. Оголовье. То есть, опять же, это еще один вопрос, но его обязательно нужно учитывать. Это очень важно. И поведение. Поведение – это не всегда очевидный вопрос. Бывает так, что поведение лошади связано с тем, что лошади больно, что лошади что-то не нравится. Дальше, пожалуйста. Когда мы принимаем решение о выборе удила, очень важно учитывать строение рта. То есть я расскажу о различных типах рта. А короткая улыбка. Что это значит? Когда мы смотрим на рот лошади, и мы видим с верхней части рта до мордочки. Если мы видим, что рот лошади примерно на одном уровне с ноздрями, то я говорю, что это короткая улыбка. Здесь с ртом все нормально. Но, как правило, в этом случае рот более маленький, мясистые губы. Когда вы открываете губы, и вы открываете рот, и видите мембраны, видите, что губы такие мясистые. И эти губы занимают много места во рту лошади. Мясистое межзубное пространство. Опять же, бывает так, что лошади очень мясистое место между зубами. И достаточно часто в этих местах наблюдаются следы трения.
какие-то повреждения, остеофиты. Опять же, достаточно часто встречаются такие проблемы, которые связаны с тем, что пудилы были подобраны неправильно. Однако бывает так, что лошадь молодого возраста, никаких проблем у нее не было. Однако у лошади есть вот такие неровные места, есть такие остеофиты. Поэтому действительно очень важно все это учитывать. Даже несмотря на то, что язык лежит на этом межзубном пространстве, все равно, когда вы выберете удила, эти места еще покажут себя. Поэтому важно это учитывать. Большой язык. Достаточно часто у лошади большой язык. То есть язык заполняет пространство во рту лошади. И места во рту очень мало. И бывает так, что язык действительно большой, места во рту мало. Волчьи зубы. Также необходимо учитывать, необходимо проверять, есть ли волчьи зубы у лошади. И я обычно говорю о том, что эти зубы необходимо удалять, потому что это позволит избежать большого количества проблем. Если волчьи зубы останутся, они могут привести к проблемам. Однако, опять же, это личный выбор, и необходимо, чтобы вы посоветовались с ветеринаром. Острые зубы, опять же, важность состояния зубов, места трения, места повреждения. И возможно ли, что ваши удилы приводят к травмированию полости рта или к каким-то проблемам, возникают какие-то места трения и, в принципе, характеристики рта лошади. Иногда бывает так, что у лошади во рту сыпь или какие-то небольшие отметины. И это достаточно частое состояние в случае, если лошадь жевала изгородь или дерево. Опять же, необходимо осмотреть рот лошади. Бывает так, что есть сыпь внутри. И здесь может быть какая-то аллергическая реакция. Это не обязательно плохо, просто, возможно, бывает так, что при этом состоянии лошадь будет более чувствительной. Дальше. Дальше, пожалуйста. Да. Размеры. Также очень интересный аспект. Средние размеры ротовой полости лошади очень малы. Вот на этой фотографии вы видите. Это поперечный срез, если мы смотрим на рот лошади. Размер головы, возраст, пол лошади не коррелируют с размерами ротовой полости. Давайте посмотрим на синюю линию. Это твердое небо от 2 до 3,5 сантиметров в среднем. То есть, если вы нарисуете такую линию, вы поймете, что на самом деле места во рту лошади совсем немного. Вот это твердое небо. Зеленая линия. Это среднее расстояние между межзубным пространством. То есть это пространство между зубами. Это как раз то самое место, на котором находится удила. Да, между молярами и клыками. Есть вот такое пространство, вы можете его нащупать. И расстояние от 4 до 6,5 сантиметров. То есть, опять же, если лошадь большого размера, все равно это расстояние очень небольшое. И затем есть красная линия. Это среднее расстояние между верхней и нижней челюстью. От 25 до 44 миллиметров. На самом деле это не очень много. И таким образом, когда мы подбираем удилы, необходимо учитывать, что если у вашей лошади небольшой рот, большой язык, мясистые оболочки, и пространство между зубами составляет только 30 миллиметров, и мы выбираем удила для такой лошади, достаточно часто вот размеры, которые указаны здесь,
Ну, на самом деле, это более старомодное удило, большие. От 20 до 25 мы видим, что это удило занимает очень много места во рту лошади. И рот лошади сжат, язык сжат. И поэтому достаточно часто, когда лошади открывали рот, это было связано с тем, что лошади просто не могли его закрыть. И именно поэтому так важно правильно подобрать удило в зависимости от размера рта. Проблемы с языком. Как правило, это связано с тем, что на язык оказывается большое давление. И лошадь на самом деле может производить различные действия, может захватывать удило, может высовывать язык, может мотать головой из стороны в сторону. То есть если вы видите, что лошадь наклоняет голову, ну, на самом деле, интересная ситуация, если вы наездник или тренер, или если у вас клиент в магазине, и ваш клиент говорит о том, что лошадь наклоняет голову. Необходимо все проверить. Возможно, это говорит о том, что лошадь хромает на заднюю ногу. И поэтому так важно направить эту лошадь к ветеринару, чтобы проверить, что с ней. Потому что, на самом деле, это очень серьезный признак. И, возможно, проблемы с языком как раз связаны с этим, с проблемами с ногами. Бывает так, что лошадь качает головой и поднимает голову наверх, высовывает язык. Тоже очень явный признак. Бывает так, что лошадь, наоборот, подтягивает язык. Это, опять же, интересный признак. Возможно, это является признаком того, что лошадь испытывает сильное давление, что она слишком чувствительна. И, возможно, благодаря этому лошадь старается избавиться от этого давления. Ну, например, в случае, если у вас ботинки тесные, вам также будет хотеться двигаться, вам нужно будет движение, чтобы чувствовать себя более комфортно. Это именно то, что делает лошадь. Лошадь также может перекидывать язык через удил. Это может быть связано с давлением. И, в принципе, лошадь старается сделать все возможное, чтобы получить облегчение. То есть лошадь двигает языком, чтобы получить облегчение, если давление оказывается слишком сильным. Поэтому всегда необходимо помнить об этом. Всегда есть какая-то причина. Эта причина может быть неочевидной, но нужно постараться ее узнать. Когда лошадь испытывает давление, она бежит, но в некоторых случаях, наоборот, останавливается. То есть в некоторых случаях меньше — это больше. И достаточно часто, если у вас есть лошадь, которая тянет, возможно, следует сменить удило, облегчить давление на эту лошадь, попробовать еще раз, поскольку давление приводит к сопротивлению, сопротивление приводит к недостатку контроля, и достаточно часто бывает так, что лошадь просто хочет показать вам, что ей страшно, например, поэтому она бежит вперед. И необходимо научить лошадь уступать давлению. На самом деле, лошадь же ведь сама по себе не знает, каким образом реагировать на команды. Именно поэтому нужно обучение. Нужно, чтобы лошадь понимала давление, понимала, что такое давление. То есть лошадь нужно научить. И необходимо правильно распределять давление, чтобы оно было мягким. Опять же, понятно, что мы полностью исключить давление не можем, но мы можем распределять его равномерно, чтобы лошадь чувствовала себя более комфортно. Да, когда, например, мы говорим о подборе седла, действительно, это настоящее ремесло, как правильно распределять давление. И когда мы говорим об оголовке и об удилах, здесь, в принципе, то же самое, то есть причин может быть очень много. Дальше. Как выбрать удило при различных типах рта? Ну, опять же, я уже говорила о том, что бывает, что рот небольшой, такая короткая улыбка. А в этом случае не следует использовать слишком толстые грызла, потому что во рту места немного. Сейчас есть большой ассортимент грызел, то есть вы можете выбрать более тонкое грызло. И очень важно учитывать размеры. То есть, возможно,
для вашей лошади подойдет 14, а не 16 грызло. То есть необходимо учитывать размер рта. И не следует использовать большие ромбовидные детали или пластины. Опять же, если у лошади маленький рот, не нужно использовать очень большую ромбовидную среднюю деталь или пластину, среднюю пластину. Это связано с тем, что эти петли будут оказывать большое давление на края языка. Большой язык. Во рту лошади очень мало места, поскольку большой язык заполняет собой ротовую полость. В этом случае не следует выбирать очень толстые узлы. Грызла. Не стоит выбирать большие ромбовидные детали, пластины. И лучше выбрать прямое грызло с надъязычной дугой. Следует рассмотреть ассортимент подобных грызел. И опять же, очень важно распределить давление равномерно во рту. Например, можно использовать Turtle Top. Вот такой трендель со средней деталью в форме панциря черепахи. Посмотрите, он очень хорошо будет лежать на языке. Посмотрите на форму грызла здесь. Мы видим, что в этом случае грызло тонкое, оно не занимает много места во рту лошади. Лошади будет легко закрыть язык. И здесь, опять же, мы видим равномерное распределение давления. То есть существует большое количество различных опций. В случае, если у лошади большой язык. Чувствительный, бледный или розовый язык, розовый рот, извините. Опять же, когда мы говорим о такой породе, как Аполлуза, у таких лошадей очень чувствительный рот. И достаточно часто возникают повреждения в комиссурах. И здесь, на самом деле, нужно подбирать удилы так же, как и для лошадей с мясистым ртом. То есть, может быть, следует использовать фиксированные усики или эгбат, или фулчик. То есть, нам необходимо стабилизировать грызло во рту, чтобы грызло не смещалось. На самом деле, очень непросто подобрать подходящее дело для таких лошадей. Необходимо, чтобы было достаточно увлажнения, чтобы не было сильного трения. То есть, действительно, для таких лошадей подобрать удило очень непросто. Дальше, пожалуйста. Чувствительный контакт. Бывает так, что молодая лошадь еще не тренированная, вы приобрели эту лошадь, и ей еще нужно многому обучить. И мы хотим эту лошадь обучить, чтобы она реагировала на контакт. В этом случае мы должны подобрать цельное грызло, прямое, нейт. Вот здесь, например, посмотрите. Здесь мы видим очень хорошее, мягкое удило. Мы хотим, чтобы лошади это удило понравилось. В случае, если это более тренированная лошадь, можно подобрать эгбат. И многим лошадям подходят такие удилы, например, удилы с D-образными кольцами. И опять же, чтобы подобрать подходящее грызло для вашей лошади, можно попробовать использовать 2 или 3 грызла, посмотреть, какой лошади больше нравится. Не следует использовать свободны кольца. И необходимо избегать применения удил, которые обладают подъемным действием. Тяжелый контакт. В случае, если контакт тяжелый. Если мы хотим, чтобы лошадь лучше реагировала. Ну, например, свободный кольца. Лошадь не может легко захватить свободное кольцо, поэтому можно его использовать для таких лошадей. Waterford. Если мы хотим, чтобы лошадь реагировала более быстро. Ролики. Эти ролики стимулируют межзубное пространство. Лошадь не может захватить это грызло, и поэтому такие ролики достаточно популярны. Не следует использовать прямые грызла, потому что лошадь его просто захватит, и все. И не следует использовать фиксированные усики. В случае, если лошадь плохо поддается контролем. То есть, когда я вижу такую лошадь, в первую очередь я говорю о том, что необходимо ее обучить. То есть, нужно посмотреть на лошадь в целом. Почему эта лошадь не реагирует на контакт? Что пошло не так?
Можем ли мы это улучшить, обучить? Но тем не менее, можно использовать Waterford или ролики, или ромбовидные детали. То есть здесь нам нужно подъемное действие. В случае, если лошадь не реагирует на давление, возможно, опять же, как я уже говорила, необходимо прилагать меньше давления. То есть, возможно, для лошади давление является слишком сильным. Дальше, пожалуйста. Итак, когда мы выбираем подходящее грызло, знаете, я решила поместить сюда вот эти фотографии. Здесь мы видим небольшие различия. Вот здесь, например, три удила с ромбовидной деталью для нетренированных лошадей и цельное удило. Они выглядят похоже, но, опять же, здесь мы видим, что есть небольшие различия в этих удилах. И мы знаем, что так же, как и люди, лошади могут реагировать на очень незначительные различия. То есть, например, есть лошади, которым очень хорошо подходит удило слева. Однако, если я буду использовать удило такой же, как в середине, я просто не смогу этой лошадь контролировать. Это действительно очень интересно. Мы видим, что только вот из-за этой небольшой детали лошадь реагирует совершенно иначе. Поэтому постарайтесь быть более открытыми. Старайтесь подобрать подходящее удило для лошади. Бывает так, что один бренд несколько лучше, чем другой. Однако, если такое удило не нравится одной лошади, это не значит, что оно не понравится другой. И вот здесь вы видите, что у меня много различных пелемов, они разных брендов, разного размера. И помните о том, что наименование удила, как правило, связано с щечными ремнями, а не с грызлом. Поэтому, если клиент говорит вам, моей лошади нужен пелем, задавайте вопросы, постарайтесь узнать больше. Чем эта лошадь обычно занимается? Почему вы думаете, что этой лошади нужен пелем? Потому что, опять же, вы видите, что существует множество различных форм и размеров. И поэтому, возможно, один пелем этой лошади не подойдет, а другой подойдет ей очень хорошо. Двойные удила. Опять же, важный вопрос. Когда мы выбираем грызло для двойных оголовий, необходимо очень многое учитывать. Есть много информации. То есть, когда вы понимаете, какое оголовье подходит для вашей лошади, вам легче сделать выбор. Я поняла, что мне намного проще работать, поскольку я исключила то, что моей лошади не подходит. Но, опять же, здесь следует рассмотреть различные грызла, различные конструкции, попробовать их. И если вашей лошади подходит, например, грызло с одним сочленением, то используйте его как трензель. В этом случае лошадь будет намного лучше поддаваться контролю. Дальше, пожалуйста. Сейчас я хотела бы перейти к разбору случаев. Действительно, очень интересная информация. Вот здесь, например. Это конь, ему 5 лет. Это голландская теплокровная. Конь еще не обучен. Очень быстро растет. И он станет очень талантливой молодой лошадью. Еще не все зубы у него появились. Узкое межзубное пространство, большой язык. Размер 5 дюймов. То есть 130 сантиметров. Очень узкое пространство.
Мы видим, что его движение достаточно сильны, широкая амплитуда движений. Лошадь сильная, еще пока не знает, как использовать свою силу. И у этого коня очень короткий период концентрации внимания. Я провела консультацию с хозяином коня, наездник этого коня, молодой человек. Очень хороший наездник с хорошей подготовкой, и мы попробовали различные виды удил. В итоге мы подобрали удила, которые подходят для этого коня, типа Эгбат. И благодаря этому удилу обеспечивается стабильность, хороший контакт, управление. Это очень важно, в особенности, когда мы говорим о сильных, больших лошадях, о сильных лошадях, с сильными движениями. Поэтому очень важно уметь управлять такой лошадью. И что самое важное, самому коню это нравится. То есть, действительно, я всегда это подчеркиваю. В случае, если вашей лошади нравится такое удило, то его нужно выбирать. То есть, для того, чтобы ваша лошадь, ваш слушалась, необходимо, чтобы лошади нравилось удило. Здесь мы видим, что это грызло обеспечивает большую стабильность. И вполне возможно, что в будущем этот конь вырастет из этого удила. Сейчас перейдем к следующему слайду. Второй пример. Здесь мы видим другую лошадь. Это уэльский коп, раздел Дин, чемпион соревнований, 10 лет. Действительно прекрасный конь. Наездник участвует в различных мероприятиях, в соревнованиях, и этот конь принимал участие в большом количестве соревнований. Очень чувствительный контакт. Конь очень хорошо обучен. Но у этого коня есть определенная особенность. Бывает так, что есть проблемы с плечами. Это уэльский коп, раздел Ди, поэтому очень маленький рот, очень мясистые комиссуры, очень толстые мембраны. То есть мы видим, что места во рту у такого коня немного. И вот этому коню очень подошло удило Turtle Top с гибким свободным кольцом. Здесь есть, благодаря такому удилу обеспечивается достаточное место во рту. И благодаря использованию такого удила конь смог наконец-то расправить плечи. Напряжение в плечах стало меньше. Без такого удила небольшой, и коню легко двигаться с таким удилом. И почему я решила включить этого коня в свою презентацию? Дело в том, что он принимает участие в соревнованиях, в галопе. И мы видим, что после того, как мы сменили удила, коню стало проще дышать. На самом деле, у нас не было проведено исследование, чтобы понять, почему это произошло, но, возможно, это связано с тем, что на язык оказывалось давление. Язык достаточно большой. Язык оказывается дыханием, давление. И мы видим, что если давление меньше, если места во рту больше, то больше воздуха поступает в дыхательные пути. Поэтому дыхание этого коня после галопа восстанавливалось быстрее, благодаря правильно подобранному удилу. Следующий пример. Вот третий пример. Это ирландская спортивная лошадь, 7 лет. Я работала с этим конем совсем недавно. Очень интересный пример. Когда его купили, ему было 4 года. Он не реагировал на контакт, он выбегал из оголовья.
И я сняла несколько видео, когда он очень хорошо проявлял себя на уроках. Но опять же, я хочу сказать, что этот конь молод, что мы понимаем, что, возможно, он еще изменится, но основные изменения уже позади. И владелец этого коня перепробовал большое количество различных удил и оголовья. Различная рабочая нагрузка. Мы надеемся, что этот конь будет принимать участие в соревнованиях после пандемии, конечно. И этот конь принимает участие в большом количестве различных дисциплин. Очень добрый характер. Зубы совершенно нормальные. То есть действительно очень важно подчеркнуть, что у этого коня очень приветливый, мягкий характер. Но он выбегал из оголовья. И поэтому мы предположили, что, возможно, у этого коня были какие-то проблемы, поскольку в случае, если мы не использовали оголовье удила, то конь не проявлял совершенно никакой агрессии, поэтому понятно, что коню было больно. И владелец коня согласился со мной, мы решили, что эту проблему нужно исправить. Коня направили к ветеринару. Он сделал рентген в ротовой полости. И необходимо было провести операцию этому коню. Необходимо было удалить фрагмент волчьего зуба, который остался в глубокой части десны. То есть, на самом деле, его увидеть нельзя, но на рентгене видно, что в десне есть достаточно большой фрагмент зуба, который как раз доставлял коню дискомфорт. Коню провели операцию. И мы стали использовать мягкие, гибкие удила из резины. И после этого конь стал намного лучше реагировать на управление. И после этого мы стали использовать удила типа Egg Bud, который обеспечивает стабильность. Сейчас мы используем для такого коня удила из сладкого железа, full cheek. Но опять же, я хочу сказать, что этому коню очень подходит прямой трендель над язычной дугой. Дальше. Внешние факторы. Это также очень интересный вопрос. Когда мы говорим о грызлах, мы должны понимать, что достаточно часто проблемы, связанные с удилами, на самом деле связаны не с удилами, а с другими внешними обстоятельствами. Рот — это уязвимое место для лошади. И вот здесь, например, на фотографии. Я здесь сделала фотографию лошади, и слева мы видим белую пену. Посмотрите, эта пена появилась за 5 минут. Мы видим, что действительно пены очень много. Вот фотография справа. Здесь мы видим нормальный рот. Мы поняли, что с этой лошадью что-то не так. Обратились к ветеринару. Оказалось, что у лошади был перелом клыка. Это приводило к выработке повышенного количества слюны. Лошади провели операцию, и после этого этот конь стал чувствовать себя намного лучше. Таким образом, если вы видите, что что-то не так, что лошади что-то не нравится, рассмотрите эту ситуацию еще раз, задавайте вопросы. И очень важно подобрать оголовье. Возможно, грызло для лошади было подобрано идеально, однако оголовье не подходит. Поэтому так важно пригласить специалиста, чтобы он проверил, подходит ли оголовье этой лошади. Если оголовье было подобрано неправильно, это может привести к большому количеству проблем, может неправильно распределяться давление во рту. И поэтому, опять же, если вы видите, что с грызлом все нормально, пожалуйста, рассмотрите оголовье. Это также очень важно.
Последний слайд, пожалуйста. Для того, чтобы выбрать подходящее удило для лошади, необходимо выбрать грызло, с которым лошадь будет чувствовать себя расслабленной. Необходимо, чтобы лошадь была в тренированных руках. Мне эта цитата нравится. То есть необходимо, чтобы лошадь чувствовала себя расслабленно. В случае, если вы опытный наездник, лошадь будет чувствовать себя комфортно и расслабленно. Большое спасибо за внимание. Сейчас я готова ответить на ваши вопросы. Я поделилась большим количеством информации. Надеюсь, что вам это было полезно, и вам удалось получить какую-то полезную информацию о подборе удил. Большое спасибо. Действительно, очень интересный доклад. То есть мы понимаем, что грызло играет очень важную роль. Эта информация была очень интересна. Я знаю, что мы получили несколько вопросов. Так, я думаю, что Мария нам сейчас их озвучит. Первый вопрос. Что вы думаете о Trust Bit с закрытым грызлом? Trust Bit. Удила Trust Bit. Мне не очень нравится. Когда мы говорим о закрытом грызле, оно может очень хорошо подходить для обеспечения стабильного контакта. Это прекрасное дело, в особенности, когда мы говорим о лошади, которые прыгают, когда нужно быстро двигаться. Что касается закрытых удил, в случае, если вы занимаетесь выездкой, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами вашей страны. Потому что, например, в Британии нельзя использовать locking mouthpiece, то есть закрытое грызло для выездки. Однако, когда мы говорим о прыжках, о других дисциплинах, я думаю, что подобные грызла могут очень хорошо подходить. То есть, опять же, необходимо учитывать правила вашей страны. Я думаю, что действительно, опять же, когда мы правильно их подбираем, они могут обеспечить хорошую стабильность. Но, пожалуйста, учитывайте качество сочленения. То есть, раз действительно хороший производитель, необходимо учитывать сочленение и качество сочленений. То есть, когда мы говорим о производителе Trust, здесь очень хорошее качество, я считаю, что это хорошее удило, мне они очень нравятся, и они очень хорошо подходят. Есть еще вопрос? Екатерина? Да, у меня есть вопрос. Что вы думаете об удилах Boschers? Очень хорошее удило. Очень хорошо подходит для лошадей, которым больше нравится такая подвешенность. Но, опять же, есть неправильное мнение о том, что при использовании Boschers неправильно распределяется давление. Но это не так. Это трендель. И когда мы говорим о вращении, мы видим, что есть некоторое облегчение, поскольку щёчные ремни меньше прилегают, и некоторым лошадям они действительно очень подходят. То есть это хорошее дело. Они подходят для разных случаев. И сейчас существует большое количество грызл, которые можно использовать с этими уделами. То есть здесь есть не только с одним сочленением. Есть Turtle Top, а можно и Waterford использовать. Поэтому, да, действительно, это очень полезное удило. Хорошо, большое спасибо, Шарлотта. У меня также есть вопросы с чатом. Какие факторы помогут нам понять, нравятся ли лошади эти удила или нет? Ну, когда я подбираю удила, в течение первой минуты я рассматриваю лошадь в целом. То есть я рассматриваю лошадь. Опять же, я смотрю на выражение морды лошади, поскольку язык тела также играет важную роль. И я смотрю, как лошадь поднимает свою диафрагму. То есть я вижу, насколько легко лошади дышать, когда мы выбираем удила. Я смотрю на лошадь в целом.
Необходимо, чтобы рот был спокоен, чтобы была эластичность, был контакт между лошадью и наездником. И нужно увидеть, что лошадь действительно приняла эту уздечку, извините, эти удила. Мы видим, что лошадь нормально движется, она чувствует свободу. То есть необходимо учитывать, в принципе, язык тела лошади. Спасибо. Екатерина или Мария, пожалуйста, посмотрите в чат. Еще один вопрос есть. К сожалению, не слышно. Так, я думаю, что это вопрос к нам, не к Шарлотте. Есть ли у нас такая услуга, как подбор удила в России? На самом деле, я думаю, что нет. В России эта услуга не очень популярна, но вот в Великобритании популярна, как вы видите. Ну, возможно, после таких вебинаров. Ну да, как Шарлотта уже говорила, как раз Шарлотта занимается подбором удил, то есть она проводит консультации для владельцев лошадей. Это ее квалификация. И также она проводит курс для розничных компаний, чтобы они лучше понимали, как подобрать удила, как удила должны сидеть на лошади. Поскольку действительно удила может очень сильно повлиять на лошадь. Да, действительно, это огромное влияние. Я всегда говорю о том, что правильный подбор удила определяет очень много. И я считаю, что это так же важно, как подбор седла. Сейчас в Великобритании мы признали важность подбора удила. Интересно, что часто люди не придают этому значения. И удила — это последний предмет, который выбирает владелец лошади. Но я хочу сказать, что действительно очень важно, это обеспечивает комфорт для лошади. Я думаю, что в ходе наших вебинаров мы как раз будем рассказывать о таких ключевых моментах. И когда нам вновь удастся путешествовать, я думаю, что действительно было бы очень интересно приехать в Россию и как раз пообщаться с вами на эту тему. Поскольку в настоящий момент мы занимаемся исследованием именно этой области в течение последних 2-3 лет, мы видим повышение интереса к этой области. Вот здесь на экране вы видите информацию, если вам интересно больше узнать о типах удила, о грызлах, которые мы производим в Великобритании. Посмотрите, вы можете написать сюда, по этому адресу, можете написать по-русски. И мы обязательно свяжемся с вами. А есть ли у нас какие-либо дополнительные вопросы? Давайте перейдем к нашему экрану. Нет, пожалуйста, вернитесь. Смотрите, у нас будет еще 2 семинара. Следующий семинар пройдет в следующий вторник. Он будет посвящен массажу и магнитной терапии для лошади. К сожалению, пропал звук. И у нас будет еще 3-й вебинар, посвященный подбору седла. В ходе этого семинара мы поговорим о том, как подобрать седло в соответствии с анатомией лошади, о том, как седло может повлиять на результаты, которые показывает лошадь. Сейчас я хочу поблагодарить вас. Шарлотта, большое спасибо за ту информацию, которую вы с нами поделились в ходе последних 1,5 часа. Я думаю, что сейчас многие наши слушатели извлекли для себя полезные уроки. Хочу также выразить благодарность Марии и Екатерине. Большое спасибо за то, что вы поддерживаете организацию таких вебинаров. И надеюсь, что в будущем мы будем проводить подобные мероприятия. Спасибо, Клэр. Да, спасибо. Большое спасибо. Надеюсь, что в скором времени мы увидимся. До свидания. Спасибо, Шарлотта. До свидания. Большое спасибо за то, что пригласили меня. Спасибо, до свидания.